и на камеру записывают, как зовут, сколько лет, спасибо, до свидания. Бывают кастинги, значит, которые вообще без камеры, там просто встреча с режиссером. Вот идет просто поток людей, вроде здрасте. Кого-то там галочки поставили, потом уже дополнительно вызывают уже на актерские пробы. Бывают такие кастинги, когда просто без камеры. Вот. Но, как правило, кастинги это что? Это, естественно, отбор людей, которые по большему соотношению подходят к персонажу роли. Ну, то есть, вот так вот. И поэтому все время я пытаюсь из них, чтобы они усвоили, что самое главное в кастинге, да? Не то, чтобы запомнили. Запомнить, чтобы выделить свои. Для этого надо, естественно, тоже научиться себя проявлять. За короткий промежуток времени. Пошел, сказал так, про себя. Не надо же ничего придумывать, но про себя ты можешь сказать. Родители, которые были бы ему рады, но были такие опыты, когда и нет.